11 ноября в КФУ состоялась лекция «Профессор Казанского университета Васильев и его воображаемая логика. Эвристические возможности метода Лобачевского». Мероприятие состоялось в рамках проведения года Николая Лобачевского в КФУ. Лектором выступил профессор Валентин Бажанов, представитель Ульяновского государственного университета и заслуженный деятель наук Российской Федерации. Лекция была посвящена деятельности профессора Казанского университета Николая Васильева, в особенности его работам в области воображаемой логики. Лекция стартовала с биографии Васильева. Также пришедшим на мероприятие было рассказано о развитии системы неаристотелевой и основных разделах современной неклассической логики. Лектором вместе с аудиторией частично были разобраны проблемы истолкования частных суждений, метод Лобачевского, психологизм в логике и другие вопросы данного научного направления. Артем Тупичкин, Анарина Ганиева, Владислав Михневский, Универньюз.